Абертона, Абертона. Да какие там Абертона? Наливай да пей. Вам все равно ничего не слышно, что он пьет. Короче говоря, ребята. Отряд гусар летучих в лице Борзенкова и Обреза пришел на выставку бухла. Я думал раньше, что бывают только аудиофильские выставки, а оказывается, бывают специальные выставки, где люди пьют, вы представляете? Мероприятие называется «Крепкий мир», и смысл его в том, что платишь какую-то цену за вход, и здесь пробуешь самые разнообразные крепкие напитки. Собственно, вот такой стаканчик берете на входе, как на аудиофильских выставках, знаете, приходишь со своим компакт-диском послушать собственную музыку, а здесь со своим стаканом приходишь. Тут вам и виски, и такой, и сякой, тут вам и самогон, тут вам и водка, тут вам и настойки, тут вам и странные настойки. Или вот, например, лучший в мире бренди 2015 года. Вот такие вещи здесь можно найти. Бурбоны, бренди, в общем, вся порнография, друзья мои. Убраться можно очень быстро и с удовольствием. Вообще мероприятие, конечно, адское. Мы пришли в 5 часов вечера, выставка работает до 7. Естественно, бухи уже все. Какие-то люди обливаются вискарем, какие-то люди требуют долить коньяка за 20 тысяч рублей до вечера. Стакана. Ну, в общем, тут ништяк, очень весело. Очень приятный такой между собой для фанатов виски, прежде всего, да, потому что все-таки тема виски здесь открыта сильнее. Ром неплохо, и начинают подтягиваться русские дистилляты, сделанные в нормальном ключе, в перегонных кубах, а не как водка. А, ну еще и смешного, конечно, заходишь, дверь открываешь в помещение выставки, и сразу такой, духан стоит, чувствуешь, в нужное место попал. На самом деле есть и практический смысл, то есть если вы не хотите покупать каждый раз бутылку виски по 5-7 тысяч рублей, то вот сюда приходите, платите за вход там 1000 или 2, и пробуете все разнообразные сорта, чтобы потом выбрать и спокойно купить себе то, что надо. Мы пробуем русское хлебное вино. То есть русский народный дистиллят, грубо говоря. Родинский хлеб для космонавтов, потому что он жидкий, как раз для тюбика. Вот и мне начали наливать. Пробую самый древний каталонский бренди. Трудно с двух рук бухать. Дико вкусно, кстати, ребят. Но толком попробовать мы ничего не успели, на самом деле, потому что пришли к закрытию. Но тут удивительные есть штуки. Например, какой-то адский ирландский взвар на 63 градуса. Ну, есть и классические брендовые дела. Вот, например, пожалуйста, вам новый сорт Синглтона в каких-то специально выдержанных бочках. Кстати, может, сейчас утянем бутылочку на будущее. Но самое смешное, это вот новейший ультрамодный сорт от Гленфиддика, выдержанный в бочках из-под внимания крафтового пиваса IPA. Дорогие друзья, отряд «Угар летучий» в составе Борзенков и Обрез прощается с вами. Это была выставка... Какая? «Крепкий мир». Это была выставка... Это была выставка «Крепкий мир». В общем, вы поняли, мы уже надегустировались. Увидимся в разделе «Похмелье» с Мишей. Как всегда. Ать-ать.